Блять, а обещали про меня. Хорошо, что подвинули, если это они были. А пятерка это топ-стример, что считается? Ну, как будто самый топовый. На уровне сейчас Ибая, но только чуть-чуть. А сколько у него, онлайн? А, нихуя себе. Блять, что за рекомендация? 40 тысяч. Блять, ёб твою мать, блять. Блять, ёб твою нахуй, блять! Сука, рекомендации. Сейчас, извините, это просто у меня рекомендации Твича, это я просто на такой платформе стримлю, если кому интересно, ну просто с Ютуба, это на Твиче такое сейчас модно. Сейчас так модно просто там стримить. Блять, ёб твою нахуй. Да. Угу, так. И, блядь. 540 тысяч онлайн у него? Да. Это средний причем. Чего, блять? Это типа кандидат от Stream Inside, да? Еще раз. Сколько у него онлайн? А, нихуя себе, он хайпарит. 540 тысяч, блядь. Это 540 тысяч онлайн у него? Это средний причем. Это типа кандидат от Stream Inside, да? Как не это? Понял. Кому нет. Разве? Я всегда видел, что все там пишут про типа пятерка ВКонтакте. Да нет. Сюда. Не, это просто Майнкрафтер. Да, просто Майнкрафтер. Да не, ну, блять, ну я бы уже сказал, что нет. Ну хотя да, не, ладно, давайте так, для внешнего обывателя да. Но меня уже чуть-чуть задевает то, что когда говорят, это просто Майнкрафтер. То есть, типа, чтобы ебать тебя аудиторию собрать, просто достаточно играть в Майнкрафт. Нихуя недостаточно, надо, блядь, быть великим боссом. Надо ебашить, смешно шутить или иногда тупо шутить. Ну, чаще тупо, но иногда смешно как бы. Блять, я не могу просто разговаривать, ребята, у меня, я мысль теряю, потому что у меня вот рекомендации, блять, так называемые, да, твичевские, так называемые recommendations, нахуй, ну, как язык заплетается, нахуй, я уже... О чем я разговаривал? Спасибо. Да. Он неплохой чел, если что. Откуда он знает, нихуя себе. А, у него же свой сервак есть, ебать. Даже приятно, нихуя себе, приятно, что он даже... Нихуя себе, блять, реально, это же Майнкрафт. Ну что вот это у меня, блядь? Ну что у меня? Вот, вот такой чат у меня. Все? Признание? Это вот друг, еще есть Мелшер, да, такой человек? Ебать, да. Сука, все, они нахуй... Они знают самый великий дуэт в мире, блядь. Мелшер. Да, Димча, скинь свое. Димча, скинь свое. А они при каких условиях обсуждают? Они голосование сейчас, вот этот, слей делают? Слей голосование или что? Вот, напоминаю, голосуйте за меня в Слее, потому что там будет как бы награждение, да, и там будешь выходить на сцену, и как на Оскаре, надо будет говорить речь, вот, и в костюме, в охуенном выходить. Там еще что-то это было, расписание шоу или что-то, как будет проходить шоу, и там типа сначала будет красная дорожка и интервью, ребята. Значит, я забыл сегодня после стрима, я закажу себе... часы за 800 рублей и симуляцию айфона, я забыл, муляж айфона, и я просто, вот кто у меня будет интервью брать, я ему буду дарить айфон и часы за 800 рублей, но блестят они так, как будто они стоят 200 тысяч, вот, это я сегодня закажу, то есть я, к чему это, вы за меня должны все проголосовать, чтобы было смешно, чтобы меня там на сцену вызвали, вот, потому что, ну, тогда, ну, как бы, будет так называемый Ruffles, типа, знаете, такой, ебой. Блядь, конечно, ребятки, я двигаюсь на Бугатте, да, нихуя. Вот, ну, костюмчик я вам продемонстрировал, ну, сейчас вот, блядь, я просто, короче, ребята, я так быстро покажу, да, я вообще хотел бустером слить, но я подумал, блядь, сольют нахуй, все равно в чем тогда прикол. Я вам так продемонстрирую, просто я сделал фотокарточку, вот, ну, я вам жестко спойлерить не буду. Ну, я себе вот заказал пиджак, вот, именно для данного, как бы, события, да, вот. Блять, мне Константин Грейтан, сука, взял мой телефон и скачал мне пенис, сука, в галерею и поставил на рабочий стол, блять! Пенис, член, блять! Убери это! Так, ребята, что, показываю? Незаметно, но это только шьют. Это только как бы подготовочка такая, да? Вот, ну я... Так вот. Вот, такой, собственно, ну это... Вот. Такой вот заказал. Ну, случайно показал просто. Вот, шьют мне прям пиджак, то есть под меня. Вот. Пиджак такой.
Вот у меня будет пиджак охуенный.